Мур, привет, друзья! С вами Зверько, и это долгожданный гайд на Кагуру. У меня просили его очень давно, но есть один нюанс. Меня почему-то сильно раздражает ее механика первого скилла. И нормально наигрывать я ее не мог. Не хватало терпения. Именно поэтому вы будете наблюдать геймплей Нагибатора, в чьих способностях я убедился в рейтинге. Рекомендую дважды посмотреть видео, первый раз слушая меня, второй раз наблюдая за игрой и запоминая действия. Итак, Кагура обладает высокой подвижностью, не слабым уроном и контролем. Все, что нужно хорошему магу. Многие играют на ней даже без вампиризма, делая упор на урон. Так и мы сделаем ставку на перемещение и урон. В эмблемах выбираем общие эмблемы мага с перком «Нечестивая ярость», увеличением скорости бега и магической силы. Или, если вы нацелены на ранние ганги и хорошо играете в лесу, эмблема убийцы с перком «Охотник за головами». Способности. Тут наиболее выгодно возмездие. Чтобы быстрее отфармливаться и бежать на помощь союзникам. Либо берем очищение, чтобы уменьшить шанс контроля в ближнем бою. Навыки. Камень преткновения в игре за Кагуру. Пассивка. Когда Кагура объединяется с зонтом, то получает небольшой щит и оглушает противника. Сила щита зависит от магической силы. Оглушение очень короткое, но итог – это прерывание действия или каста противника. КД этого навыка 4,5 секунды. Кагура объединяется с зонтом в трех случаях. Подбирая зонт, подбежав, прыгнув к нему вторым навыком или отбежав на порядочное расстояние. Навык позволяет делать кучу вещей. Он сохраняет ХП при фарме леса и условно увеличивает живучесть в бою. Также прерывает действия противников. Первый навык. Кагура направляет свой зонт по прямой от его исходной точки, наносит урон всем противникам на пути и замедляет их на 60%. Кроме описанного, Кагура не останавливается для броска зонта. Урон навыка весьма не слабый, расстояние огромно, а КД навыка на 6 левеле 3 секунды. Конечно, максимум в первую очередь. Самый серьезный нюанс. Забудьте про нажатие скилла. Всегда цельтесь им, чтобы зонт, пролетая из точки А в точку Б, задел как можно больше противников. То есть, если он на Кагуре, закидывайте его за спину противнику. Если он висит над землей, то цельтесь так, чтобы на пути зонта были нужные цели. Полет зонта можно прервать вторым навыком, прыгнув к нему. Расстояние до зонта нам недавно стали обозначать полоской света, тянущегося к нему. Также им легко проверять кусты. Отправляете зонт в куст, и он подсвечивает всех противников в нем. А если хотите перемещаться скрытно, от куста к кусту, то просто бросайте зонт в следующий куст и прыгайте к нему вторым навыком. Такую кустовую кагуру очень сложно заметить. Также это ваш вард. Ставите в куст, если ожидаете приближения противника с этого направления, и далеко не отбегаете, чтобы он не исчез оттуда. Неприятный момент. Есть баг. Если вы бросили зонт и отбежали от него немного, а потом отправляете зонт в направлении перемещения, он немного не долетает до указанной точки. Разработчики обещали исправить баг. Второй навык. С зонтом. Кагура совершает прыжок, снимая с себя негативные эффекты вроде замедления. Зонтик остается на месте прыжка. А без зонта Кагура телепортируется на место зонта, не только нанося урон от навыка, но и получая плюшки от своей пассивки. Навык отличный для перемещения, поскольку прыжок от зонта и к зонту имеют независимое КД. Таким образом, получаем два навыка с перемещением. Пример побега. Бросаем зонт в кусты, прыгаем к нему, а потом прыгаем еще раз. Или бросаем зонт в кусты и бежим в другую сторону. А противнику придется выбирать, бежать за вами или в кусты к зонту. Тайминг КД навыка вам придется запоминать, это придет с опытом. Ульта. С зонтом. Кагура отталкивает и наносит урон рядом расположенным противником, накладывая замедление. Без зонта. Зонт выпускает лучи в противника, нанося урон и замедляя врага. Мгновенно перезаряжает первый навык, а через 3 секунды зонт притягивает к себе тех, с кем соединился, и еще раз наносит урон. Что полезно для нас? То, что после активации первой части ульты, вы можете еще раз замедлить противника и нанести урон первым навыком. Прыгнуть к зонту вторым, и лучи притянут противника прямиком к Кагуре. Много действий, да, но никто не обещал легкой игры за Кагуру. Тактика. Стандартом является отдача для Кагуры мида, где она должна загнобить встречного мидера, атакуя по прямой и крипов, и вражеского героя. Кроме того,
Кагура должна быстро забирать лес и успеть на помощь в ганге на выбранной боковой линии, а команда должна оставить любой синий баф ей. Стандартные комбинации. Ослабляем противника спамом первого навыка, активируем притяжение зонта, еще раз наносим урон первым навыком, прыгаем к зонту и тут же используем ульту повторно. Кроме всей уймы урона, у нас остается второй навык для отхода, если убийство не удалось. Или другой вариант. Ослабляем противника первым, прыгаем к зонту так, чтобы пассивкой оглушить противника, ультой отталкиваем его, кидаем с упреждением зонт и активируем оставшуюся ульту. Если надо, добавляем еще раз первым навыком. Комбо при приближении к вражескому мидеру. Зонт в кусты, прыжок за зонтом и снова первым навыком уже в мидера. Далее по привычной схеме. Вариаций множество, вам надо практиковаться. Во вражеском лесу передвигайтесь между кустами так, как я уже описывал. Чекаем куст зонтом, прыгаем к зонту. При отступлении кидайте в противника зонт. Кагура не останавливается, зонт наносит урон и замедляет противника, а при разрыве дистанции навешивает на вас еще и щит. В массовых боях не влезайте в гущу с самого начала. Подраконьте противника первым навыком, стараясь за один запуск зацепить как можно больше. А если кто отобьется от стада, вы сможете нагнать и забить. Кроме того, в удачном случае вы можете использовать стяжку ульты, например, будучи в паре с мозговитой Виксаной. Как только она увидит стяжку, то кинет омут под вашу ульту. Впрочем, как и другие мозговитые союзники, которые тоже что-нибудь придумают. Теперь к самому спорному, к сборке. Я не люблю игру за Кагуру через косу, поэтому сборка будет магическая. И после реворка предметов она же останется актуальной. Берем первым предметом лесной топор второго уровня. Как мне написал один любопытный молодой человек, мне не понравилось видео, ты не сказал, что лесные предметы надо продавать. Так вот, я не считаю подписчиков настолько глупыми. Конечно, надо продавать, как он начинает занимать место предмета или выгодной части от другого предмета в сборке. После топора берем самоцвет от часов судьбы, собираем сапоги-скороходы, добираем часы судьбы, и теперь с каждой минутой мы будем становиться сильнее. Собираем жезл молнии. Сейчас он нам дает реген маны и дополнительный урон, а будет давать после обновы вместо восстановления манапул и КД навыков. Концентрированная энергия. С дальностью каста Кагуры не обязательно, но очень удобный предмет. Пылающий жезл. Дает больше урона по фолловым целям. Не пропустите амалфакты по нему после реворка предметов. Охранная реликвия. Этот предмет дает наибольший прирост к магической силе. Вот такая моя сборка. Можете еще посмотреть сборку нагибатора после боя. Надеюсь, гайд поможет вам разобраться в механике и очередности навыков Кагуры. На этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео и ставьте лапки. Всем пока!